Всем привет, дорогие друзья! Ни дня без Диаблы. Вот мой девиз. Уже четвертый день подряд я выкладываю очередную часть прохождения. За кадром я прогулялся по всем уровням катакомб, ну то есть это то, что идет после храма, но я не нашел ни камня, про который говорил Гризвольд, ни фонтана отравленного. Твою мать, я не знаю, что это такое, возможно, глюк в игре. Я не думаю, что они настолько хорошо спрятаны. Они должны находиться, то есть, понятно, интуитивно. Подозреваю, что они все-таки пропущены. Уж не знаю, по какой причине, но их нет. Я прогулялся еще раз по всем уровням, заглянул в каждый закоулок, но нету фонтана. В моей памяти не должно быть такого, чтобы он хорошо был так запрятан, что его нельзя было сразу вот так очевидно найти. Ну да не беда, ну подумаешь. Хотя вот еще раз, я повторюсь, интересно, что дается за квест с фонтаном. По-моему, кольцо дает Пипик, это я тоже говорил уже. Ну ничего, кольца нам еще попадутся, и никакой катастрофы в этом, в принципе, нет. В том, что не прошли мы этот квест. Тем более, не прошли мы его не по нашей вине. Конкретно не по моей. Один вопрос меня не то чтобы тревожит, но над которым я сейчас раздумываю, это качать магию или нет. Пожалуй, сделаю так. Я посмотрю, до какого момента у меня прокачается ловкость и живучесть. Если там будет предел, типа до 80, тогда есть смысл качать магию. Если нет, то нет. Кстати, не знаю, как у вас, а у нас в городе выпал хороший такой настоящий первый снег. Вот, в тех городах, в которых то же самое произошло. Жители, я поздравляю, наконец-то зима пришла. Раз я начал играть в Диаблу, я на Ютубе потихоньку так посматриваю. О боже. Rest in peace, my friend. Потихоньку посматриваю. Ух ты ж, ёжик. 1.10. Нихера ж себе. Начинаю посматривать видео, которые связаны с этой темой. И оказывается, появилась игра, ну уже, естественно, не в нашей любимой старой форме. Ой, том грибов. Из этого ничего не выйдет. Я понимаю. По-моему, его этот том надо показать ведьме. Не дают мне договорить. Игра называется The Curse of Tristram. Проклятие Тристрама. Я, честно говоря, не понял, о чем тут речь. Смотрел, видимо, не очень внимательно. Но локации повторяют локации Diablo 2. Вот такие пироги. Те, кому интересно, можете глянуть. Но автор видео говорит, что версия еще сыровата. Вот я вообще не знаю, доступна она для игры или нет. Просто говорится, что она есть. Вообще, Тристрам, конечно, это отдельная тема. Дух Тристрама, он вечен. Атмосфера, которая там живет. Она пленила многих геймеров. И при упоминании этого городишки сердце наполняется теплом и ностальгией. Yeah.
Ба, кольчуга. Броня 18. Ну, я думаю, еще не скоро какой-то доспех, подобранный нами в подземельях, заменит нам доблесть Аркена. Доблесть Аркена рулит. Ну, крутой доспех, это коровий доспех, но он нам в этой игре точно не достанется, уж это я могу вам гарантировать. Потому что не Hellfire. Том грибов. А я не могу вспомнить, что какой квест связан с этим томиком грибов. Даже интересно будет. Слушайте, ну лук, конечно, мощный вообще. Враги убиваются легко и беззаботно. Сука, не бегай. А вот интересно, если я сейчас запишусь, ну я, собственно, и записался, а потом вернусь в город, сохранюсь, загружусь и снова спущусь в подземелье, враги появятся или нет. В Diablo 2, по-моему, ну не по-моему, а точно они появляются. Что позволяет прокачиваться практически до бесконечности. Возможно, потом меньшими темпами, но можно качаться. Затариться. О, я уже затариваться-то особо и нечем. Мне кажется, или звук уже не так отстает от картинки? Ну да, видимо, не так. Блядские потрохи. Конечно, очень не хватает функции подсвечивания предметов. Ой. Так, вот вы стойте там. Калитку никто не открывайте, а я вас потихоньку убивать буду. Да-да, вот именно так и стойте. Hellfire, функция подсвечивания предметов была... Точнее, это был навык. Такой навык был у монаха. Монах очень смешной персонаж. Чисто внешне, когда начинаешь за него играть. Лично у меня он вызывал такое. Он был нелепым, на мой взгляд. Но посохом он орудовал как бог. Он очень быстро им махал. И этим он очень нравился мне. По-моему, ни один персонаж, ни разбойница, ни воин, ни маг таким похвастаться не могли. Но создали вот такого персонажа. Он тоже был какой-то то ли мулат, то ли негр, как и маг. Но он такой, что-то среднее было между воином и магом. Хоть был смешной персонаж, но вполне себе такой играбельный, на мой взгляд. О, наружу. Так, мне вот вспомнил, а откуда мы выйдем, если я не то выпил. А, нет, все правильно. Хотел маленькую. Когда шастал по подземельям в поисках камня, лунного камня или какого там метеорит как назывался, мне встретился в очередной раз унылый храм, который я так и не использовал, потому что там какая-то бяка была. Я хотел подвести это к шутке про канал русского мясника, но, пожалуй, не буду. Хотя все равно мой канал никто толком не смотрит, можно пиздеть все, что угодно.
все что угодно. И этим небольшая аудитория и прекрасна, на мой взгляд. Не надо каждый раз париться над тем, что говоришь. И говорить можно все что угодно. Иногда есть персонажи в комментариях, которые пишут, что... Ну, это в популярных каналах такое можно увидеть. Комментарии мелькают настолько быстро, так быстро, что никто не узнает, что я пидор. Вот такое пишут. Но я уж до такого опускаться не буду, потому что, во-первых, я не пидор, во-вторых, все-таки надо быть осторожным в своих высказываниях. Раз уж мы здесь поднялись, давайте к Вирту подойдем. Авось что-нибудь прикольное купим. Ну-ка, поди сюда. Ну-ка. Если вы найдете этот артефакт для Грисвальда, это серьезно помешает моему бизнесу в этом городишке. Впрочем, это нереально. На это мы еще посмотрим. Топоридзе! Ага, нам еще надо к ведьме не забыть сходить. Проконсультироваться насчет томика грибов. А, там надо будет найти грибницу, из которой она сделает, по-моему, зелье, которое прибавит нам некоторые параметры. Все, начинаем вспоминать. Ничего не беспокоит вас? Игрался, накупил себе всякого. Смотрите, какие неплохие вещи пошли. Приветствую, друг мой. Стой и послушай меня. Так, давайте смотреть. Плюс... Ёбана. Ну-ка. Плюс 64% повреждения, а сейчас у нас плюс 59% повреждения, я аж поперхнулся. Меткость плюс 11, меткость плюс 12. По идее, это даже лучше. Твою мать. Если это правда, то давайте так сделаем. Его пока оставим, выбрасывать не будем. Но вообще, так, при первом приближении кажется, что это очень круто. А, внешне не меняется, кстати. И что же вам от меня нужно? Так, броня... Нет. Так, лук мы оставляем, как я уже говорил. А, ятаган. Продаем. Вот что нам точно не нужно, так это свиток шара огня. Эй, починить-за надо. И что же вам от меня нужно? Эх, Тристрам, прекрасный Тристрам. Каждый раз здорово сюда возвращаться. Что это у нас тут? Интересно. Выглядит как книга реагента. Поищите в окрестностях или в подземелье черный гриб. Он очень велик по размеру, его легко узнать. Если вы найдете его, сразу же тащите ко мне. Yes, босс. Мне нужен большой черный гриб. Иди же и тыщи его, чтобы я могла закончить приготовление особого состава, над которым я сейчас работаю. Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Так, а мне ж от тебя ничего и не надо, да? Ну да, у меня все есть. Я не буду много покупать зелий. Во-первых, захламлять инвентарь не хочется, потому что... Потому что хочется пособирать побольше вещей, чтобы потом продать. А потом все равно возвращаться в город, рано или поздно, чтобы эти вещи продать. Но я всегда так делал. Опять-таки, чисто интуитивно. Я не ходил на курсы по прохождению игр, как многие думают.
Так, ну вроде все здесь обшарили, да? По-моему, да. Слушайте, а у Гризвальда я, кстати, не посмотрел артефакты. Хотя какие нам нахер артефакты? Лучше того, что мы сейчас имеем, мы вряд ли найдем. Хотя вот амулет какой-нибудь можно было бы приобрести. Так, проверим лук в деле. Ах ты пидор, ебаный. А от кого эта молния идет? От них, что ли? Ух ты, смотрите, они аж... Короче, когда наносишь удар, враги либо просто кряхтят, либо кряхтят и их отшатывает. Вот сейчас второй вариант. И это нам очень на руку. Так, это какой-то уникальный... А, нет, нет, уникально это... Это просто такой вот чувак. Так, что за кольцо? Надо было свитков купить, опознание. Так, ищем дружно гриб. Ой, а кстати, смотрите. Ой, он бьет этим самым. Он молнией бьет. А, фак. Блять, блять, блять. Вот засада, сука. Не-не-не, нормально, нормально. Пробьемся, пробьемся. Бля, ебаные хуесосы. Что, нифига меня вздрючили-то, а? Блять, сильный гондон. Вау, очень сильный гондон. Погоди, очень сильный гондон, сейчас. Сейчас и до тебя обязательно доберемся. Ну все, пошла жара. Нифига себе, двух минут не прошло, у меня уже все зелья кончились. Фу, жесть. Судя по этому происшествию, надо качать живучесть. Мог бы здесь выйти, кстати. Чё я круги нарезал? Тьфу ты! Оу! Козлолюди, что ли? Или кто там? Да. Блять, какие все сильные, а? Один удар, глаза туман. Не-не, это опасно. Это опасно вот так без зелий тут шляться. Да, началась жесть. Но на этом уровне должен быть гриб и должна быть наковальня. По-моему, все квесты, которые даются, они... Ну ладно, почти все они выполняются... Приветствую, друг мой, стой и послушай меня. На вторых уровнях каждой локации. Плюс 11 к ловкости. Нормально. Мне кажется, это лучше, чем магия. Да, уверен, это лучше, чем магия. И что же вам от меня нужно? Ну, лук мы, наверное, продадим все-таки, потому что меня лук мой устраивает. Нет, нет амулета. Мне кажется, зелий надо покупать очень много. Прям вот
Очень много. Ничего не беспокоит вас? Так, ну все, я готов к битве. А, нет, суки. Там козлолюди. Наверное, клан камня, мне кажется. Все-таки здесь камни. Кажись, отстрелялись от первой партии. Хера не сильная. Два удара, блять, и половина жизни как не бывало. Причем каждый, кто подходит. Вот эти желтые лягушки. Рогатые. Я не пальцем деланный все-таки. У меня он какой пиздатый лук. Вот такая кожанка, кстати, еще не попадалась. Мне очень долгое время было интересно, почему никак не снимут фильм про Диабло по мотивам игр. Все-таки простор для экранизации такой, что ого-го. Но со временем, с годами, можно сказать, я понял, что Диабло, серия игр, она полноценная и хороша сама по себе. Хотя я в детстве фантазировал, как некоторые сцены могут быть сняты. И мне казалось это круто, и я недоумевал и ждал, что когда-нибудь все-таки снимут фильм. Но фильм не сняли, и я думаю, что это хорошо, потому что сняли фильм по Warcraft. И я не скажу, что я очень счастлив. Фильм получился хороший на самом деле. Но это всего лишь по мотивам. Нет того духа игры, к которому я лично привык. Я не фанат Варкрафта, но там тоже есть своя прелесть. В фильме этого не было. Фильм получился просто такой хороший боевичок с элементами фэнтези. Но не более того. Фильм хорошо снят, без копейки, с хорошими актерами, но он ничем не запомнился. Проходное кино на один раз. Ну, что не умаляет, кстати, заслуги создателей фильма. Warcraft хорош как полноценное произведение, а этот фильм хорош как отдельное полноценное произведение. Которое, кстати, наверное, не требует продолжения, потому что и так понятно, что это из себя представляет. Пока ждали, было интересно, а сейчас уже все понятно. Но опять-таки повторюсь, я не испытал никакого негатива по поводу всего этого. Ого, надо, кстати, не забыть про гриб и про наковальню. А то я уже что-то
что-то забыл. Ну, наковальня, она выпадывает из кого-то из монстров, по-моему, с характерным звуком. Так что мы ошибиться не должны. Но если не будет такая же история, как с фонтаном. Я надеюсь, не будет. Ох, сейчас много будет вас, чувствую. Или нет? Что-то денег опять много накопилось. О, да, вот вы мне и нужны. Вы слабые соперники. С вами я не буду. Калантарь. Матерь божья, 27. Круто, но вряд ли что-то будет сейчас круче, чем доблесть Аркена. Потому что там минус 3 повреждения от врагов, а это, извините меня. Ой, какие слабенькие, в два удара убиваются. Это не серьезно. Кого-то задело там ударной волной. Так, вниз на уровень 11. Ну, рановато. Я знаю, вы, пидоры, где-то рядом. Наковальня. Где ты? Лишь бы такого с посохом Лазара не произошло, потому что без посоха Лазара нихуя мы дальше не продвинемся. Обидно будет завершать игру вот так вот. Из-за того, что предмет мы не нашли. Без наковальни-то хуй с ним, мы дойдем до Диабло. А вот без посоха хуй мы до чего дойдем. Так, ну здесь мы были. Это место, где нас хорошо так прополоскали. Так, что получается, мы уже везде прошли, что ли? За разговорами даже и незаметно было. Ну, я не против. Но пока ни грибницы, ни наковальни опять не видно. Вот это немножко напрягает. Я надеюсь, она все-таки дальше. Так, а мы туда сможем попасть, где вот эти козлолюди? Ага, да-да-да, сможем. Сможем, но никакого морального удовлетворения это не принесло. Идем дальше. Какие-то вроде бы большие, а как-то и маленькие вроде бы уровни. Короче, нихуя я пока не вижу. Никаких наковален, никаких грибов. Кстати, гриб, я помню, выпадал из грибницы с таким звуком. Чё-то вот вроде этого. Ой, мама дорогая.
Да, это нехорошо. Ну, вы выглядите страшнее, чем деретесь. Так, так, идет, идет, говнюк. Вот так и стой, стой, стой. Не-не-не, там стой, нормально, нормально было. Так, жезл. На самом деле силу надо качнуть в следующий раз при получении уровня, потому что вон уже кольчугу мы не можем надеть. А требование там 35 сил. Ну, как раз нам качнуть один раз и заебись. В детстве, поиграв во вторую Диабло, я просто поехал на этой почве и ходил в магазин, который назывался Рубин. Там у нас продавали диски. Напротив ЦУМа магазин стоял. А, заходил и спрашивал, а есть игры типа Диабло? Вот. И тогда, в первый раз, по-моему, такую просьбу мне... Продавец сказал, что да, вот есть прикольная игрушка, вот, называется Златогорье. Вот, вот так, собственно, началось мое знакомство со Златогорьем. О, амулет, кстати. Конечно, это не очень было похоже на Диаблу, но тоже показалось мне круто. Я в первый раз не смог его даже установить, а Златогорье я имею в виду. Потому что не нашел код, который при инсталляции надо было вводить. Вот такие жуткие темные времена были. Да. Это было в плане установки. Еще я был молодой, и, точнее, юный и глупый. Так, спокойно, спокойно, ребята. А вот и новый уровень. Очень вовремя. Бахтерец. Кажется, я знаю, как он выглядит. Да, он выглядит как китайское платье. Китайская одежка. У меня нет места. Оу, как меня отшвырнуло. Так, сейчас. Все, пора съебываться в город. Здоровье не резиновое. Ну и что мне с этим делать? Да в портал больше иди. Этого я не... Сорок сил требуешь. Броня 32. Это хорошо. Приветствую, друг мой. Стой и послушай меня. Так, и что там за броня? Поглощает урон от ловушки. Не, это полная шляпа. И что же вам от меня нужно? Доспех меткости. Доспех-то он доспех, конечно, но... Амулет сна плюс 13 к живучести? Охуеть. Это просто охуеть. Не, это правда круто. Правда, ничего, кроме добавления жизни, это нам не дает. Ну да ладно. И что же вам от меня нужно? Thank you.
Ничего не беспокоит вас? Ой, что-то много накупил. И к тому же местами не то. Ай, фонтан все еще обоссан. Ну, жалко, конечно. Но, ребят, я сделал все, что мог. Я все проверил и перепроверил. Ну, нету там, блядь, этого источника отравленного. Честное пионерское. Точнее так, может он и есть, но я его не нашел. Кстати, охуенный доспех у дамочки нашей. Я чувствую, ваша душа ищет. Он ноги плохо закрывает. Вот это мне непонятно, если честно. Мама дорогая, что-то у вас дохуя слишком. Такой мини-диабло. Бегает тут. Поди ж ты, а. Так, ребят, где у вас грибы продаются? Это я выпил. Опаньки. Этот самый, блядь. Эликсир силы, что ли? Ну, видимо, да. Я как-то так неосмотрительно сразу нажал правую кнопку мыши. Почему-то был уверен, что это мана. Ну, похоже было по цвету. Зерцало это уже другого уровня. Ух ты, броня 50. 60 сил требует. Блин, нам еще качать и качать. Ну, покачаем, чё. Уж оно того стоит, наверное. Где эта ебаная наковальня?
Так, что-то выпало. Кольцо какое-то. Так, где? Ага, вот кольцо. Ну, опять неопознанное, а опознавать не умею. Надо бы книжку прочитать с опознанием. С опознаванием. Так, там мы все изучили, ну почти все, сейчас сходим. У меня такие тяжкие сомнения, что повторяется история с фонтаном и с камнем. О мой бог, за что мне все это? Кто там сзади меня все шалит-то, а? Что за шалун там, а? Блин, мне кажется, где-то... А, нет, ну, скорее всего, нет. Я думал, где-то здесь то, что мы ищем. Но, видимо, хуй, да. Ничего я не вижу. Так, следующий уровень, это последний подземельный, дальше уже пойдет ад. Во всех смыслах. Что мне с этим делать? Короче, нихуя. Нихуя. Бочка, блядь, не нужна мне бочка. Короче, наебалово сплошное. Ну ладно, что поделать. Это я вот за... Меньше чем за час три уровня прошел, что ли? Приветствую, друг мой, стой и послушай меня. Это неплохо. Так, плюс 12 к силе. Это неплохо. Так, вся иммунитет. Вот это, кстати. Да ладно.
нормально. Это, кстати, лучше, наверное, слушайте, чем меткость плюс 15. Во-первых, иммунитет к магии, огню и молнии 19%. Это неплохо. Это неплохо. Ничего не беспокоит вас? Ой, что-то я опять накупил впрок. А, 60 сил. Я думал, 50 сил. Тьфу, это броня 50. Да, жопа. Слушайте, что я за версию скачал? И что же вам от меня нужно? Пропущенные предметы квестовые. Это хуёво. Ай, зачем я его продал? Вот идиот. Блин. Ну ладно. Да. Я такой еще долго не найду. Хотя в аду что-то такое должно попасть. А еще дадут шапку, шлем предводителя, который был генералом у короля Леорика. Там выполняешь квест, и он тебе дает, по-моему, шлем. Шлем крутой. Не помню, круче он, чем шапка Арлекина. Ваша душа ищет ответ. Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Интересно, а почему прибавился урон, когда я надел кольцо, которое прибавляет 19 силы? И что же вам от меня нужно? Не знаю почему. Может, я сильнее стал. Пусть это останется тайной. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Следующая часть будет совсем скоро. Пока.